Меня зовут Анжелика Мамаева. У нас коммунальная квартира. С соседями по коммунальной квартире у нас сложились конфликтные отношения. 27 мая 2018 года они пришли, сбили меня на глазах у детей, пытались задушить и изнасиловать. В ходе этого я пожаловалась мужу. Он хотел с ними поговорить, по какой причине они себя так ведут. Они на него напали. В ходе самообороны он применял складной нож, который у него всегда носит с собой. Сейчас мужу вменяется достаточно длительный срок за совершение этого преступления. По факту избиения и попытки изнасилования неоднократно обращалась к сотрудникам полиции в Следственный комитет района, на что все время получала отказы. Сейчас ведется дело в суде, и в ходе этого не принимаются никакие обстоятельства, которые подтверждают факт самообороны. То есть это и полиграф, пройденный мужем, где нет умышленного причинения вреда здоровью, СМЭК, побои, то есть то, что причинено вред здоровью детей, они сейчас заикаются. Так как это все не принимается, есть еще доказательства на видео, как бы вынуждена обратиться за помощью.